Тему сегодняшнего видео подсказали мне вы. Столько вопросов было, где я беру материалы для своих украшений, которые я делаю, где я покупаю фурнитуру. Мне даже на электронную почту пришло несколько писем, что я решила, вот я сегодня получила две посылки. Это два заказа, которые я делала. У меня лежат, ожидают украшения переделки, и эти заказы как раз для этой переделки. И я сейчас открою их вместе с вами. Ну вот я вскрыла посылки, ну просто чтобы не тратить ваше время на их разрезание. Для меня такой же сюрприз, как и для вас. Я понятия не имею, что в них, потому что заказов я делаю много, и я просто не знаю, что конкретно в этих посылках. Я не знаю, какого качества товары в этих посылках. Я не знаю, насколько совпадают цвета, размеры и так далее. Давайте смотреть вместе. Я буду комментировать и показывать вам, как это все бывает. Ну вот, первая посылка. Давайте смотреть. О, супер. Вот это пришли диски. Эти диски я ждала. У меня лежит, ожидает украшение. Супер. Сейчас я вам покажу. Это у меня будет такое красное украшение. Это акриловые бусины. Я просто скажу вам, что диски это, ну, как бы материал. Обычно делают круглые бусины. А вот необычной формы украшения находить гораздо сложнее, чем какие-то вот те же диски, они и стоят дороже, и находить их сложнее. Это очень оригинально, оно уже было открыто, потом его кто-то степлером запаковал. Просто очень оригинально. Вот и такие серебряные диски. Это тоже акриловые бусины, но там материал, из которого буду делать украшения, он как раз и требует такого материала, потому что я не люблю смешивать натуральные материалы и, скажем, акрил, еще что-то. Если уже акрил, то значит будет акрил. Вот эти бусины, это, ух ты, как они подходят под те бусины, которые их ожидают, из которого будет сделано украшение. Это будет, это такой вот имитация жемчуга цветного. Это крупные бусины 20 миллиметров. И я думаю, что вскоре появится видео, что получится из этих бусин. И еще крупнее бусины. Вот эти бусины почти 25 миллиметров. Они прозрачные, они тоже акриловые. Посмотрите, как это же просто, просто сказка. Согласны? Они, я даже приоткрою тайну, они будут в сочетании идти вот с этими цветами. Тут пришло два вида цветов. Вот такие цветы. В этой посылке один акрил. Я заказывала специально акриловые бусины под те, что мне отдал заказчик. Поэтому это все акрил. Вот эти. И вот еще одни акриловые бусины. Сейчас я их распечатаю. Тоже цветы. Они мне нужны для одного украшения. Вот, смотрите, какие цветы. Они замечательно. Они красивые. Они красивые, просто сейчас в таком виде, конечно, понять это сложно. Но вообще они красивые. И это первая посылка, которая мне пришла. Это все будет использовано, вот то, что вы сейчас увидали, для двух украшений. Нет, для трех. Для трех украшений это будет использовано. И я
специально эту посылку ждала, чтобы приступить к работе. И вот, вот вторая посылка. Ой-ой-ой, что-то тут так. Что это такое? Это золотые бусины металлические. Сейчас я показываю. А, во-первых, во-первых, вот такие вот бусины. Это металл под золото. Следующие бусины, эти я тоже ждала. Вот это тот случай, который я вам говорила, что необычные формы, необычные там, цвета, материалы, они всегда меня очень сильно привлекают. Это бусины в виде бычьей головы. Смотрите. И знаете, в этнических украшениях это может оказаться очень даже симпатично. Но эти я купила, кстати, они пришли что-то очень быстро. Я только совершенно недавно заказ сделала. Как-то рекордно быстро. Вот это, конечно, красота. Красота, моя любовь. И тут я, смотрите, смотрите, какая красота. Вот это та же техника браслет, как и эти бусы. Ну, естественно, что они в разных местах куплены, они вообще как бы не это не бусы ни к этому браслету, просто это одна техника. Это бусы ручной работы с осколками драгоценных камней. И мне они были нужны, ну, приоткрою тайну, мне они были нужны для янтарных украшений. Мне просто должны принести несколько янтарных украшений. Это, наверное, для одного из них будет использовано. Так, здесь еще один пакет. Боже, такое впечатление. Это же надо в одной посылке два пакета. Это, наверное, два разных заказа. Они их совместили в одной посылке, не знаю. Да. Это моя мечта. Я эту посылку ждала просто с таким нетерпением. Это просто, ну, у меня тут гуляют животные, извините. Эту посылку я ждала с огромным нетерпением. Это диски из перламутра. Вы посмотрите на эту красоту. Это просто что-то невероятное. Смотрите, как много здесь этих дисков. И трясущимися руками, потому что вот это для меня настоящий клад, настоящее богатство. Конечно же, я в каких-то ближайших украшениях его использую, но здесь их очень много. Вот, вот таким вот образом выглядят мои сегодняшние покупки. Так, вот такое вот богатство пришло сегодня. Такое приходится заказывать очень часто, потому что работы очень много, материалы нужны разные. И обойтись чем-то одним, купить 10 бусин и счастливо творить, так не получится. Это всегда очень затратно. Это всегда приходится покупать что-то оптом, потому что так дешевле обходится, и в конечном итоге так заказчику дешевле обходится. Вот мои сегодняшние приобретения. Спасибо вам большое. До встречи.